Я хочу вас поприветствовать в этот прекрасный праздничный день. Тот долгострой, которому мы все с вами смотрели много лет в окна разбитые, пришел конец. Я очень рад, что это событие произошло, и теперь многие жители, наши маленькие жители Калмыкии, имеют возможность лечиться. И надеюсь, что вот тот темп, который Алексей Маратович взял по решению проблем медицины, будут и дальше продолжены. А вас я с удовольствием хочу поздравить с этим праздником, пожелать вам здоровья, в первую очередь, моему медицинскому учреждению. И всего-всего самого хорошего. Потому что вы устали на солнце ждать, когда перережут эту вещь. Спасибо. Спасибо большое.